Усталость и стресс могут сигнализировать о том, что вашему организму не хватает магния. И восполнять дефицит этого элемента можно с помощью витаминов и биодобавок, а можно естественным путем, с помощью продуктов питания. Итак, предлагаю искать магний на полках супермаркета. В супермаркете не проходите мимо полки с семенами и орешками, потому что здесь можно обнаружить настоящих рекордсменов по содержанию магния. Вот, к примеру, тыквенные семечки. Всего 2 столовые ложки тыквенных семечек содержат 96 миллиграммов магния. Это примерно 25% суточной нормы. Можно даже взять микс из 4 семян, потому что и кунжут, и тыквенные семечки, и лен, и семена подсолнечника содержат также магния. И добавлять семена в салат, в кашу или в смузи. Магний содержится и в орехах. Всего 30 граммов миндаля или кешью содержит 20% дневной нормы магния. Магний также содержит бразильский, кедровый и орех пекан. Смело смешивайте несколько видов орехов и используйте смесь в качестве перекуса в разгар рабочего дня. Вот они, лидеры нашего топа. Это отруби, причем пшеничные отруби, вообще рекордсмены настоящие, потому что в 100 граммах содержится около 500 миллиграммов магния. Это довольно много. Овсяные отруби содержат около 250 миллиграммов магния. В общем, обратите внимание на эти продукты. Вместе с магнием вы получите также очень высокое содержание антиоксидантов. И это поможет снизить риск сердечных заболеваний. Одна из самых полезных круп гречневая. Гречка богата питательными веществами и антиоксидантами. Содержит рутин и магний. В 100 граммах гречки около 250 миллиграмм магния. Так что порция гречневой каши способна успокоить нервы. Магний можно отыскать и в отделе сладостей. Речь, конечно, о горьком шоколаде. Только подумайте, маленький ломтик весом 28 граммов содержит 11% суточной нормы магния. Горький шоколад, к тому же, содержит еще и антиоксиданты. Это тоже полезно для нашего сердца. Выбирайте по возможности варианты с минимальным количеством сахара.